Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня, как обычно, трешачок, коллекционер. Надеюсь, удачный. Так, аккаунт моего подписчика с ником Dark Mouse. Находится он в гильдии. Где там твоя гильдия? Так вот он без гильдии. Так. Гильдия League of Heroes. Сейчас постараюсь вам показать ее. Набор от 250к. Сейчас посмотрим. Вот так вот оно называется. У меня пробел. Короче, вот так вот называется, но что-то не могу найти. Да, вот так вот. League of Heroes, первые, третьи места, битва гильдии, атака фортов, набор 250к. Делают исключение. Атака фортов 12-0. Присутствие обязательно за пропуск БГ Кик. По поводу вступления на доске. Прием телега. Пишите. Вступайте. Присоединиться. Так, окей. Аккаунт, судя по всему, бездонатный. Доната, наверное. Не, наверное, а нет. Да, без дон. Значит, будет... А может и не будет. Космо, заклинательница. Фига себе у него тут героев. Видите? Все-таки правда. Ой. Напьюсь сегодня. Так, Бугимен, Рогатка, Махатма, Асура, Родин, Землеройка. В общем, поехали. Потом посмотрим аккаунт. Ну, герои у него есть. Это интересно. Что же мы сможем выбить? На 46. Укротитель. Ну, такое себе. Бигфут. Паладин. Гаргул за 150. Ничего себе. Ну, интересно, кто у нас следующая имба. Дед Мороз. Но это такая чуйка, что мы слизни не соберем. Я смотрю, слизни что-то... Фрея, малышник, ничего себе, варлок. Это огонь, ребят. Неожиданно так, Фрейка, Химка. Бугимен, отлично. Вот это мне нравится. Сегодня что-то бугименов раздают. Такс, Бугимен есть. Ну, конечно, Ронина было бы неплохо ему словить. Ну, Фрей у него, как видите, уже есть. Бигфут тоже есть. Ну, окей. Поехали дальше. О, ничего себе. Нифига себе, сразу так только. Хоп, три. И все три героя. Ну, такие, ну, Медузка, конечно, но... Два остальных, это жестко. Нифига себе. Это что такое? Чем мы там уже нашаманили? Еще одна Фрея. Да ну нафиг. Еще три этих. Ого, три по три. Нифига себе. Обалдеть. Прикольненько. Ну, дальше что-то. Еще один Бигфут. Блин, две Фреи, два Бигфута. И они здесь не нужны. Купидон. Обалдеть. Нормально сыпет. Смотрите, что он делает. Вот что значит Фрея второй эволюции. Не знаю, правда, какая там прокачка, но судя по всему, нормальная.
Так, отлично. Ледяной дьявол. Ну, по ледяного феникса. Сердцеедка. Десять пятнадцать. Ну, шансы есть. Там на предыдущем ролике точно так же было. 10-15. Блин, они на ком-то сольются или нет? Сейчас надо слив, надо по одному выбрасывать. Жесть, посмотрите, что Фрейя делает. Да, на его силе такие герои, я честно скажу, офигенно. 86к таких героев иметь. Вторые эволюции. Офигеть. Махатма даже не смогла устоять. Второй эволюции причем, посмотрите. Обалдеть. Ну, с его героями можно свободно топов брать. Вообще и пофиг все. Так, ладно, поехали. Пойдем на следующий заход. Купидон. Ну, такое себе. Заклинательница, отлично. Анубис, нифига себе. Фрэнки. Обалдеть. Какой-то читерный роллинг. Давно уже таких роллов не было, чтобы столько имба героев падало. Так. Такс. Деда Мороза нет? Странно, странно. Блин, Махатмочку бы сюда. Ну-ка сейчас посмотрим, что там у нас вообще творится. Ну, Бугимена можно открыть. Две Фрейи вытащили, обалдеть. Куда их девать? Заклинательница. Анубис. Ну, обалденный роллинг, как по мне. Да, мы не выбили там куча офигенных героев, но, блин. Эти четыре героя вот этих вот. Что-то печально. Ну, реально, есть еще что убивать. Рандомчик. Дед Мороз, отлично. Афина Малышник. Нифига себе начало. Просто какое-то читерство. У него все это есть. Блин. Так. Где-то их сольем. Че у него по подземкам? На шестых только завис. Странно. Надо будет глянуть его героев. Это реально жесть. Ара, Леди Лео, ну давай рандомчик, еще один Ара, ну что это за рандом такое, слизни наверное где-то 13, 14 ребят, 5000 на слизня, сейчас по-любому придется заходить, друид, я больше чем уверен, триант, есть. Блин, ну что могу сказать. Реально потненький роллинг. Офигенные герои. Правда, у него они есть, но мы вытащили, блин, просто... Просто дофига героев. Я считаю, это реально удача. Так, слизни мы собрали. Пакт собрали. Виталбун собрали. Ой. Не туда, по привычке, не туда зашел. Да, и что у нас получается? Мы вытащили заклинательницу и Бугича только.
финка ему тоже не нужна. С недостающих. Ну, Бугич, в принципе, обалденный герой. Да, и Закла тоже, смотрите, ярость небес. Так, а ну-ка идем посмотрим. Так, Фрея. Блин, а классные герои у него. А чё первый скилл? Чё-то он темнит, не качает. Очень-очень странно. Тыковка с исцелением. Тоже странно не качает. Какой-то интересный аккаунт. В общем, вот так вот. Пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.